Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я расскажу, как на 8 гигабайтах оперативной памяти сделать вот такие вот текстуры. То есть сейчас покажу вот режим производительности. Я расскажу, как сделать вот такие текстуры, да. Для этого нам надо полностью выйти из игры. Вот выходим. Потом открываем через Windows R Updata, процент Updata. Здесь заходим в папочку Local, Fortnite Game, Save It, Config, Windows Client, Game User Shooting. Потом листаем до самого низа. Видим вот эту надпись D3 Prefines. И ставим везде False. У вас будет стоять тут True, но вы ставите False. Потом закрываем правой кнопкой мыши свойства и только для чтения. Это сделать ваши текстуры четкими и даже поможет для тех, у кого 8 гигабайт оперативы. Это способ 100%, так что давайте всем удачи, держу за вас кулачки, всем пока.